Здорово, домкраты! Сегодня мы научимся делать толчок с плеч. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. У новичков данное упражнение хорошо пробивает веса. На спортивном жаргоне это означает, что можно значительно легче установить новые личные рекорды. Для исключения в будущем страха перед большим весом в классике. Это обусловлено следующим. Первое. Штанга лежит на плечах, а не на груди. Исключается удушение штанги на больших весах. Второе. Легче сконцентрироваться на ногах и расслабить руки перед посылом. Третье. Это возможность взяться более широким хватом и в полную ладонь, у кого проблемы с гибкостью. Ну а теперь рассмотрим саму технику толчка с плеч. Сняв штангу со стоек, положите гриф сразу за шеей, между трапецией и плечами, чтобы нагрузка максимально ушла в ноги, а не в спину. Ровно подсядьте со штангой, не зажимая ее руками. Для этого не сутулитесь и не наклоняйте корпус вперед, как в приседаниях со штангой на плечах. Здесь подсед подобен толчку с груди. Таз сзади, полная стопа, колени не сваливаются вперед. Жестко остановитесь в нижней точке полуподседа, перейдя мгновенно в фазу посыла штанги. Выталкивание начинайте с выпрямления коленного сустава, плотно толкаясь ногами и по-прежнему не зажимая гриф руками. Посыл подобен мощному прыжку в высоту, но прыгать вместе со снарядом не нужно, нужно именно вытолкнуть и слитно подставиться в ножницы. Подставка в ножницы выглядит следующим образом. Корпус остается в вертикальном положении, задняя и передняя нога согнуты в тупых углах, при этом передняя нога вылетает через стопу вперед, а задняя через пол стопы назад и упирается в носок. Кроме того, разбрасывать ноги следует не друг за другом, а в диагональ, немного заворачивая носки внутрь ножниц. Сам снаряд находится ровно над головой или слегка за затылком, но ни в коем случае не впереди. Собирать ноги из ножниц следует с передней ноги, вытягиваясь вверх, а не шагая вперед-назад. Новичкам рекомендую выполнять данное упражнение как на объемы по 3-4 повторения в 4 рабочих подходах с весами до 80%, так и на интенсивность. По одному повторению в 5 подходах с весами от 90 и свыше 100%. Благодарю вас за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья и личных рекордов.